Братья, за такое благословенное служение, деток, давайте поблагодарим. Пусть Господь идет. У нас сегодня еще один повод порадоваться праздник Рождества Христова. Вот Легкостой Виктор Валерьевич и Виктория Юрьевна пожелали, чтобы мы сегодня помолились за их сыночка Михаила и благословение, как с радостью это будем выполнять. Пожалуйста, Виктор и Виктория. Ну, мы, безусловно, поздравляли, радуемся и поздравляем, что Господь благословит такой знаменательный праздник рождения Господа Иисуса Христа. Будем молиться за вашего сыночка. Я почитаю в основании Слово Божие, Псалом 126, несколько стихов. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите в день печали, тогда как возлюбленного своего отдает сон. Вот наследие от Господа дети, награда от Него, плод чрева». Друзья мои, братья и сестры, если внимательно читать этот псалом, он очень уместен к сегодняшней молитве. Сыночки Михаила, сыночки Виктора и Виктории. Ведь речь идет, Псалом 126 говорит о судьбе человека. Самопевец говорит, если Господь не созидает дом, напрасно трудится строящий его. Каждый человек созидает свой дом, свою судьбу. И Писание говорит, если без Бога, то все напрасно. Напрасен твой бизнес, твое предпринимательство, твои усилия, твоя работа, твоя пахота. Напрасно, что ты рано встаешь и работаешь, и зарабатываешь, но если без Бога, все напрасно. Жизнь очень быстро улетает, твои силы быстро иссякнут. 30, 40, 50 лет, 60 лет. И все энергии, которые ты тратил в этой жизни, чтобы пожить красиво, себе удовольствие, напрасно. Все уйдет, все увянет. И Господь говорит, напрасно, без Бога. А что же ценно? Ценно дети, которые дает Бог. Вот ценность, которую приобретают наши люди, это детки, дети. Это награда от Бога. Дети – наследие и награда от Бога. Знаете, когда вам наследие понадобится, братья и сестры, в конце жизни очень понадобится наследие. И ни власть, ни слава, ни друзья, ничто не поможет. Все улетучатся от вас. А дети – это наследие от Господа. Дети – и награда от Господа. Знаете, в чем награда детей? Когда в твоей семье появляются дети, ты учишься смирению, ты учишься молитвам, и ты уже не молишься одну-две минутки, а ты молишься о своих детей, как положено. Когда в твоей семье дети, ты учишься молчанию и мудрости семейной. Муж не будет, если он мудрый, может кричать на свою жену в присутствии детей. И не будет кричать на детей своих. Он думает, будет о воспитании его. Или ее. Это награда, это благословение. Ты будешь стоять на коленях. Ты будешь учиться мудрости Божией, терпению, вере. Дети – это награда для нашей судьбы, для нашей жизни. И слава Господу за вас, дорогие тёзки, Виктор и Виктория. Господь благословит вас. И вашего сыночка Михаила. Вы приняли его как награду, безусловно. Он и награда, и наследие, и пусть Господь благословит. Вот это единственное, когда человек устраивает свой дом, ну то, что единственное, то, что правильное, наследие и награда – это дети. А не все твои дела и твоя деловитость. Бог дал тебе.
связать свою жизнь, дорогой друг, дорогая мужчина и женщина. И ты, наверное, хочешь легко пройтись по этой жизни. Возможно, кто-то из вас приходит на наше служение только на Пасху и на Рождество. Остальное время устраивает жизнь. А вот Слово Божие говорит, это дети награды, дети наследия. Примите это Слово, дорогие. Слава Богу, что вы приняли. И Господь вас благословит. Давайте мы встанем и помолимся за это, друзья. Поздравляем в своем песне. Благословен Бог.